Добрый день, вас приветствует ДССЛ News. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Головин Анатолий, я представляю Московский инженерно-физический институт, являюсь аспирантом кафедры микро- и наноэлектроники. Расскажите о своей продукции. Мы представляем здесь, на этом стенде, прибор для обнаружения сверхмалого количества веществ, наркотических, взрывчатых и таких других. Например, заболеваний человека по выдыхаемому воздуху, электронный нос. Это портативный компактный прибор, который позволяет обследовать различные поверхности и делать выводы о том, что же там такое есть. Расскажите о своих новинках. Новинки мы представляем новую версию усовершенствованного прибора, которая малогабаритная, весит всего 2,5 килограмма, имеет сложное устройство пробозабора, которое позволяет и просто обследовать, например, сумку и сделать мазки с руля автомобиля и уточнить, брал ли человек, который брал перед этим вещества, оставил ли он следы. Это позволяет, например, в аэропорту выцепить человека из толпы, то есть обнаружить, что у него, допустим, на документах есть следы взрывчатого вещества, отвести его в сторону и спокойно обследовать, поговорить с ним, как это уже принято. Спасибо. С вами был ДССЛ News.